30 лет. Для кого-то совсем немного, но для кого-то целая жизнь. Для кафедры текстильного дизайна Ивановского политехнического университета это всего лишь повод для подведения промежуточных итогов. Преподаватели, студенты и выпускники разных лет собрались вместе, чтобы не только поздравить друг друга, но и увидеть свое творчество со стороны. Ведь осмотрев опыт десятилетий свежим взглядом, можно увидеть и новый путь в индустрии моды. Все это болтовня о том, что студенты стали плохие, дети стали плохие, искусство куда-то уходит. Ничего никуда не уходит. Просто надо работать вот так, как работают наши педагоги. Блистательные педагоги нашей кафедры. И сегодня, слава богу, можно посмотреть, как они работают и со студентами, и сами с собой, как они держат вот этот свой профессиональный уровень. В юбилейной экспозиции текстильные панно и гобелены, костюмы и батик, авторские куклы и множество картин. В творчестве молодых дизайнеров легко разглядеть мотивы мастеров живописи разных периодов – Сезанна, Орхола и даже Ван Гога. Изобилие живописи не случайно. Выпускники кафедры, уже открывшие собственные мастерские, убеждены – хороший дизайнер не может быть плохим художником. И в попытке найти свое «я» молодые дизайнеры создают новое искусство. Судя вот по выставке, которые здесь представлены работы, это вот как раз есть современное направление искусства, наше современное искусство, о котором много спорят и говорят, то вот здесь как раз представлено. Вот только применить таланты, полученные знания на практике, бывает довольно сложно. Выпускники кафедры признаются, найти свое призвание гораздо проще, чем найти работу. Особенно в Иванове, городе, переполненном специалистами текстильной индустрии. Иногда из-за этого творчество отходит на второй план. Это отнимает очень много времени, и сейчас сложнее в плане финансов стало. Ну, все равно создать коллекцию, это ходишь, ее вынашиваешь в голове, потом надо как-то материально ее воплощать. Будучи студентом, это было, конечно, тяжеловато. А сейчас как-то жизнь немножко повернулась, и приходится крутиться, вертеться. Творчество все меньше и меньше. Хочется, конечно, им заниматься, уделять время, но Работа. Преподаватели и студенты кафедры текстильного дизайна, как и любые творческие люди, редко бывают довольны собой. Но верят, что даже все те наброски и эскизы, которые не стали законченными произведениями, также становятся историей и воплощаются в модных веяниях последующих поколений. Анастасия Николаева, Алексей Гарин, РТВ Иваново.